Ladies and gentlemen, airplane landed at Heathrow Airport. Не расшибись. Лид! Лида! Лидка! Лид, ты что, оглохла, что ли? Паспорт не забудь. Взяла я паспорт, взяла. Заявление написала? Заявление на месте пишут. Ручку возьми. Баб Мань, ну вы что, ЦРУ, что ли, а? Ну фильм ужасов какой-то, шагу нельзя ступить. Вот не примут у тебя заявление в училище. Мать тебе покажет фильм ужасов. Ужас? Это после вашего это сельхозучилище будет. Не зря его ботвой называют. Опять корову пасти, только с образованием. А что? Будешь стрекозу воспитывать? Великая цель – стрекозу воспитать. Ишь ты, корова ее не устраивает. Ладно, иди, а то опоздаешь. Далось мне ваше это училище. Значит, стюардессой хочешь стать? Угу. Хорошая мечта. Благородная профессия. А на самолете хоть раз летала? Не, дорого, больно. Мы обратно с классом опять на поезде. А как ты учишься? Нормально. Нормально это как? Понятно. Ты кушай, кушай. Я просто так спросил, для порядка. А я хорошо учился. Мечтал стать химиком. И, между прочим, довел свою мечту до логического завершения. Mm-hmm. Совсем забыл. А, ты что? Ну что ж ты не доела? Ну я такое не люблю. А, ну подожди ты, ну что ж ты... Ну что ты? Какая ты... Вот. Это тебе. На. Ого, спасибо. Девчонки обзавидуются. Па, а мы к тебе в гости пойдем? В гости? Угу. Так тебя ж только на 2 часа отпустили. А, знаешь, как мы сделаем? Ты... Заканчивай школу и потом приезжай. Хорошо? Угу. Вот. Это адрес. Маме передавай привет. Угу. Хорошо, что она предупредила меня о твоем приезде. Оторвись на минутку-то. Ты не видишь, я товар принимаю, а? Товар? Знаю, я твой товар. Завидно, что ли? Ну, мне-то посолиднее товар нужен. Ну, флаг тебе в руки. Вань, ну пошевеливайся, а? Ну, что тебе надо, тетя Таня? Хлебушка и Сергеевна хлебушка. Угу. А то ведь у тебя учен будет. Хлебушка и... Вань, захвати там батон и кирпич для меня. Ну что, все, что ли?
Поедешь, а? Я вообще-то освободился уже. Ну что, долго же? Долго еще, а? Ну что ты? Как дела-то у тебя? Хорошо. Дочка в райцентр документы в училище поехала подавать. Зоя, ну что, все? Ну иди закрой машину. Вон, пошел. Училище? Это хорошо. Давай, стрекоза, домой. Давай, давай. Так, вперед, поехали! Это ты чё, приехала уже? Ты отработала уже? Угу. Обожди. Петя, Петя, всё, иди. Здорово. Здрасте. Дочь, познакомься, это дядя Витя. Зоя, ну какой я дядя-то? Просто Виктор. Просто Лида. Дядя, то есть Виктор, он твой будущий, мой будущий... Виктор, мой хороший друг. Мам, ты так и будешь в окне торчать? Да. В училище ездила. А вам интересно очень? Да не так, чтобы очень. Так просто. О чем это вы? Да так, ни о чем. Да ни о чем, мам, обо мне. А ты что, поступать не поехала, Зоя, да? Ну я поеду, ладно? Ты куда, в Силикатную? Ну я с тобой до магазина, да? Угу. Вот вечером поговорим. Не знаю. Я бы в ботву с полпинка поступила. Лидка бы тоже поступила. Просто передумала, да, Лид? Лид, ну чё ты? Сейчас это, стошнит же. А Толик-то на Лидку запал. Вот кретин. Ты чё, дурак, а? Я вестибулярный аппарат тренирую. Ну и куда тебе в стюардессы с такой башкой? Вот меня, например, вообще не укачивает. Стюардесса по имени Лидка. И правда. Может, тебе имя сменить, а? Может, в этом все дело? Да при чем тут мое имя, Жан? А при том, что это за имя такое? Лида. Тютя, матютя. Неудачница, то есть. Сама ты неудачница. Я буду летать. Вот увидите. Ясно? Да ладно, с кем? Со стрекозой, что ли? Лид! Лид! Лид, ну ты что, обиделась, что ли, а? Каре там ржать, да? У человека мечта может быть. Ой, тоже мне мечта. На. Вот у нас в Воронеже и кинотеатр, и клубешники. Вообще все супер. Шла бы к нам на бухгалтера. Слышь, Лидка? Приедем, общагу дают. Слышь, Лид, общагу дают, приедем. И чё? Ну и сиди в этой дыре до старости. Больная на голову. Пацаны, чё у меня есть? Подарок из Воронежа. Лид, пойдем, а? Сам иди к своей Жанке.
Да иду! Зоя, далеко собралась-то? Далеко. Замуж. Мама! Лида, ты чё здесь, а? Как чего? Мы же это, за обоями собирались поехать. За какими обоями? А, обои отменяются. Лид, ты уже взрослая, ты... Говори прямо, мам. Виктор предложил мне переехать к нему в Силикатное. У него квартира, двушка. А я? Это еще не все. Мы решили пожениться. Что я там буду делать в вашем Силикат? Ну как, у тебя же там одноклассники в училище есть, и на будущий год можно... Я не хочу в это училище, мам, как ты не понимаешь? Ну хорошо, хорошо, можно на завод кирпичный устроиться. У тебя комната своя будет. Где, на заводе? У Виктора, допустим. У нас. Да нафига я ему нужна? Ну, не хочешь, не надо. Взрослая ты совсем. Как ты без меня будешь? Вообще так случается в жизни. Дети улетают из родительского гнезда. Вообще-то это ты улетаешь. Зоя, ну опоздай, ну. Все, пойдем. Мне надо переодеться. Ты же хочешь, чтобы мама красивая была на свадьбе? Поедем домой? Не знаю, мам, может быть, ты и права. Ну, устроюсь на завод кирпичный, денег подзаработаю. В Москву поеду, в школу стюардесс устроюсь и... Ты эгоистка, Лида! Дай матери пожить! Только о себе думаешь! Хочешь Виктору на шею сесть? Да я же немного. Ну, я продукты буду покупать, я обещаю. А стрекоза, с ней что делать? А я что-нибудь придумаю? Вот когда придумаешь, тогда решим. Иди садись! Я сама! Лида! Вот характер, а! Недолго! Можно попробовать? Стрекоза. Аня! Здравствуйте. Доброе здоровье. И вам не хворать. А то пенсия не за горами. Так. Ну вот она. Ну пошли. Лидия Викентьевна Ивановская. Деревня Колпакова. Трудовой нет. Зачем же ты сюда приехала? Мама замуж выходит, вот поэтому и приехала. Шла бы ты, милая, в сельхозучилище. У вас вообще-то там объявление висит? Вам надо кирпичи обжигать или не надо? Лично мне в отпуск надо. А вот тебе надо о жизни подумать.
А я буду кирпичи обжигать и буду думать. Обжигальщиков мужики нужны. С опытом. Неподвластные времени. Чего? Кирпич не подвластен времени. Вот чего. Девиз нашего завода. На кухню пойдешь. А? На кухню пойдешь. Спасибо вам, было очень вкусно. Пожалуйста. Спасибо, Лидочка. На здоровье. Спасибо большое, Лидочка. Все было очень вкусно. Ластами шевели! Ишь, глазки строит. Ну, вилки будут или нет? Сейчас, секундочку. Воду будем выключать. Altitude of 12700. Фу, блин, эти дурацкие числительные. А, детей нету. Здрасте. Здравствуйте. Соседка. Что? Откуда ты взялась такая? Из Колпакова. Понятно. Лида, вставай, 12 уже! Да ладно, пусть поспит. Девка неделю отпахала. Вставай! Привет. Привет. Лида! Личка! Ща! Лида! А? Чего? Ты настольный теннис играешь? Играю. Ну тогда выползай, постучим. Ага. Твои. Давай. О, нельзя! Опа! Победила молодость! Так, все, реванш. Не, я все, не могу больше. А, ну тогда мы с Витькой один на один. Давай.
Лида, ты убралась уже? Ща, ма! Я тебе дам, ща! Слушай, Зоя, я вот не пойму, что ты ее все время гоняешь, а? Ну, девки, законы выходные. А я не пойму. Почему ты ее весь день защищаешь? Не буди, не гоняй. А я, между прочим, тоже в теннис играю. Ну что ты? Денег много не бывает. Ну да. Ивановская. Давайте, давайте побольше. Спешись. За тарелки. Скорее, Дось, а то она тебе всю кассу разнесет. Спасибо. Здравствуй, Тося. Ну вообще. Ты куда? Первая получка, выпить надо. Вера Ивановна, можно я потом? Я просто маме хотела подарок еще купить. Вообще-то у нас с первой проставляются. Что, день рождения у матери? Да нет, просто. Ну, зарплата первая и вообще. Что вообще? Случилось что? Да не знаю. Что-то она не окрысилась. О, люди, а. Девка работает, за троих пашет, не пьет, таких еще поискать. Че и надо-то? Мы к отчиму переехали, я будто чужая ей стала. Ну, понятно. Взрослая дочка, семейной жизни помеха. Так она сама меня звала? Тебе кажется. Она надеялась, что ты в деревне останешься. А может, тебе в нашу общагу? Валь, ну ты с ума сошла? Чтобы обжигальщики всем скопом на нее накинулись. Отец-то у тебя где? В Москве. Ну, мама с ним не жила. А я его видела один раз. Он хороший. Все они хорошие, когда они рядом. Ладно, не вешай нос. Девка, ты хорошая. Ой. Символически. Подарок матери с первой получки – это дело святое. Это ты правильно мыслишь. За тебя. Оп. Спасибо. Ну, я пойду? С тебя причитается со второй получки. Ой, наивная. Я когда-то тоже такая была. Да, я помню. Как она в первый же вечер с Петькой осталась. Класс, сторожить. Давайте, девчонки. Этот набор Польша, а вот этот Франция. Но он в три раза дороже. Правда, Франция? Вот. Made in USA. Ну, короче, по французской лицензии. Ну, хочешь, бери Польшу. Дискотеки все равно не поймут, откуда чего. Я вообще-то маме хотела. Давайте Францию.
сижу в кресло. Вообще, кошмар. Лида, давай за стол. Иду, иду. Лида! Держи. Спасибо. Здоровья. А ты за мамой не заезжал? У меня тачка сломалась. А-а-а. Так. Пиво будешь? Нет, спасибо, я лучше водички. Хочешь? Привет, мам. Привет. Чего так поздно? Да за бельем заходила. Лид, я к тебе кину, а то у нас уже не влезает. Зоя, давай за стол. Лидка такую картошку пожарила, пальчики оближешь. Так. Ну, спасибо ей. Хоть картошки. Некоторые в столовой работают. Всю семью обеспечивает. У тебя ж получка сегодня. Угу. Картошку купила. Ну, дыхни. Все, ты что, успокойся. Мам, да ты чего? Дыхни, дыхни. Портвейн, да? От нее ж портвейном несет. Да я выпила на работе полглоточка, ну, в честь получки. Глоточка! Красивая жизнь началась, да? С получки бухаешь. Наборы роскошные себе покупаешь. А в семью картошки кило. Мам, да я ж хотела... Заткнись и служи мать! Ты в семье живешь. Так вот, будь добра, деньги в семью приносить, а не на себя их тратить. Ты перед кем тут краситься собралась, а? Мам, я вообще... Заткнись и слушай меня. Сама заткнись. Ее. Витя, посмотри. Посмотри, какой она роскошный набор себе купила. Я себе такого позволить не могу. Да всю зарплату бухнула. Витя, если мы сейчас ей мозги не вправим, она нам на шею сядет. Начнет гулять, а мы что, кормить ее за это будем? Ладно, хорош. Только попробуй за ней пойти. Я на балкон курить пошел. Посадишь. Успокойся, Зоя, ну что ты? Ну, всего второй месяц. Третий. К зиме дом продам. Буду тебя из роддома на новой тачке встречать. Правда? Надо маленькую комнату под детскую оборудовать. А как же Лида? А что Лида?
Что ты так за нее волнуешься? Взрослая уже, пусть на заводе себе общак выбивает. Я ее вырастила, а дальше пусть сама крутится. Да ладно, что ты? Еще ведь полгода еще. Да это сейчас разбираться. Завтра намекни ей насчет общаги. Почему я? Ты что, не видишь, как она со мной разговаривает? Работу проспишь. Вить, оденься. Не забудь, о чем я просила. Не забудь. Лида, еще раз увижу, что ты выпила. Лида. Лида. Лида! О, Господи! Мама, я знаю, что у вас будет ребенок. Устраивайте свою жизнь, а я проживу сама, не маленькая. Лида. Такси надо? Спасибо, я сама доберусь. Самостоятельная, что ли? Угу. Тебе куда? А вы знаете, как вот сюда проехать? Кеш, ну я ж просила освободить место. Давай. Угу. Оля, ну куда ты поставила хлеб? Куда? Дорогая, может, хватит? Стол уже ломится. А что, это плохо? Нет, это чудесно. Но просто уже некуда. Дорогой, дело в том, что Суриковы очень любят пожрать. Эмочка, это моветон. Мамочка! Я вас прошу, вы хоть сегодня освободите меня от ваших уроков. Ну, просто девочки слушают. А девочки очень хорошо знают слово «пожрать». Да, они знают много чего покруче. Очень жаль. Пожалуйста, не надо сегодня. Ну, так скажи. Ну, я удаляюсь. Но прежде я хочу заметить, что профессорская чета Суриковых будет удивлена, что селедка подана на тарелочке, а не в селедочнице. Мамочка, дело в том, что профессор сейчас думает не о селедочнице, а о том, кого бы назначить заведующим лабораторией. Вашего сына или энергичного пивоварова? Мама, ну куда мне хлеб поставить? Держать будешь? Ира! Ира! Ну ты готова! Ира, ну хватит сидеть вот за этим, за компьютером. Ира, помоги маме. Не надо мне помогать. Оля, ну куда ты поставила хлеб? Ты хочешь, чтобы он свалился? Хлеб должен стоять на столе, в маленькой корзиночке. Хорош, ба, надоело. Ир. Ира, ну что ты опять мой планшет взяла? А я виновата, что Сонечка на мой планшет сковородку поставила? Это я виновата. Я мешаю всем. А интересно, стол на 6 персон. Кеша, а что, я лишняя на этом празднике жизни? Мамочка, ну ты же сама сказала.
что ты не выносишь жену Сурикова. Жену Сурикова не выношу, но селедку люблю. Бабушка! Позвольте, я объясню. Прямо. Эмма? Не надо. Мама, дело в том, что мы не можем превращать званый ужин, целью которого является карьера Викенти, в вашу пикировку с женой Сурикова. Мамочка, может быть, мы начнем в деловом стиле, а потом ты присоединишься. Хорошо. Оля, к столу. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, гости дорогие, проходите. Павел Антонович, милый. Кеша. Сонечка. Эм. Танечка, как давно мы не виделись. Софья Александровна, вы чудесно выглядите. Вашими молитвами. Татьяна Венировна. Павел Антонович. Проходите. Хорошо. А это новый Арбат? Он самый. Ой, а мы вот здесь фоткались. Может, тыщеночку накинешь-то, а? За экскурсию-то. Как, еще тыщеночку? Вы же сказали за все 500. Так я ж тебя специально спросил. Через центр или как? Специально через центр повез. Ой, ну... У меня же всего только 1000 останется. А вдруг на обратную дорогу плацкарта не будет? Кто же в Москву без денег-то едет, а? Так я же к папе. Он меня приглашал. Так он тебе и даст денег. Так, знаете что? Нет, остановите меня вон там. Вот, держите 500 рублей. Ладно, бог с тобой, упрямая деревня. Так что имейте в виду, девушки, углеводороды – это энергия. Ну, я вам говорю. А давайте послушаем Павла Антоновича. Павел Антонович – светило российской науки. Ну что вы, Эмочка, в российской химии столько славных имен. Не скромничай, Паша. Твоя докторская – это прорыв. И прорыв, и новое слово. Углеводороды – это, конечно, очень важно. А хлебушка нет, Эмочка? Конечно. Нет, нет, не беспокойтесь. Мы худеем. Да, Танечка? Хотя хлебушек порой бывает важнее углеводородов. Особенно если... О, с селёдочкой. Мне как раз хотел сказать о будущем нашей кафедры. Сейчас сложилась любопытная ситуация. Когорта молодых ученых рвется, так сказать, вперед, к власти. Я тоже не вечен. И в таких условиях особую роль играют проверенные бойцы. А кто у нас проверенные бойцы? Вы, Викентий. Ну, затем Пивоваров и Блюм. Кто же станет за Флабом? В сложившейся ситуации я склоняюсь к тому. Давайте дослушаем. Так вот, в сложившейся ситуации я склоняюсь к тому, чтобы... Эмочка, откройте, а мы пока выпьем за здоровье. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Я к папе. К какому папе, девушка? А вы, наверное, ошиблись. А... Вам какая квартира нужна? 6-я. А дом какой? 45-й. Его зовут Викентий Сергеевич Ивановский. Подождите. Угу. А мы не пьем, ждем вас, Эмочка. Молодцы. Одну секундочку.
Кеша, можно тебя на минуточку? Так на секундочку или на минуточку? Кто там, дорогая? Там? Угу. Твоя дочь. Дочь? По крайней мере, она так представилась. Папа, здравствуй! Лида. Здравствуй. Эмма. Что Эмма? Познакомься. Это Лида. Лидочка, познакомься. Это Эмма Васильевна. Здравствуйте. Ну и что все это значит? Извините, я, кажется, не вовремя. Ну что ты, что ты? Ну что ж мы стоим? Проходи, проходи. Что значит проходи? Как это проходи? Сейчас все обсудим. Спокойно, цивилизованно. Пап, я лучше... Я потом. Всего доброго. Что за чушь? Проходи. Проходи в дом. Эмочка! Эмочка! Ой, а дверь! Секундочку. Как ты себе это... Эмма. Что? Прошу, я настаиваю. Эмма. Хорошо. Ах так? Тогда пусть твоя Людочка... Люда... Лидочка побудет у бабушки. А ты иди за стол. Люди ждут. Ну, конечно, конечно. Лидочка, сейчас у нас гости. У нас гости. А я тебя познакомлю сейчас с бабушкой. Ага. Соней. Вот тапочки. Вот тапочки. Да я лучше в носках. Ладно, хорошо. Так, идем. Как ты адрес-то узнала? А, вот. А, идем. Лидочка, познакомься, это бабушка Соня. Посиди с ней. Я пока пойду к гостям. Я за мясом, и ни слова об этом за столом. Перепись, за сколько можно уже? Перепись. Вот именно. Я им и говорю, что некогда. Ну, там одна девушка. Ну, сейчас ей бабушка всю свою биографию расскажет. Точку, Ира. Она скоро уйдет. Так, может, она и нас перепишет? А то мне как раз в Мюнхен лететь. Если тебя не посчитают, ничего страшного не случится. Лидия Викентьевна.
А что вы испугались? Смотрите, смотрите. Это самолет, на котором летал мой жених. Я чуть не стала женой летчика. Летчика? Угу. А это? Это я. Скульптор с меня лепил. Витя Берензон. Потом подарил мне копию. А вы балерина? Была. Когда-то. А вы разве меня знаете? Мой сын показывал мне твое фото. Только тихо. Это между нами. Ну, будем знакомы. Сонечка. Лида? Садитесь. Будем разговаривать. А то в этом доме не с кем поговорить. Ну что? От мамы сбежала. Ну, это же между нами, говори. Мне кажется, я мешаю жизни мамы с отчимом. Ну, если приехала сюда, значит, не кажется. Да пора начинать взрослую жизнь. А я в 55-м убежала в Ленинград, в балетное училище. А маме дала телеграмму. А сколько вам было? 16. Я ведь приехала выйти замуж. Замуж? Да. Ой, за тенора Кудрявцева из Мариинки. Ой, как он пел Ленского. Он был на 15 лет старше меня. Нет, Кеша? Нет, твой папа не от него. Он от третьего мужа. От третьего? Для поддержания тонуса женщине время от времени надо что-то менять в своей жизни. Перчатки, мужей, работу. А если муж и работа в порядке, то можно менять перчатки. А тебя хоть покормили с дороги? А, я не хочу, спасибо. Иди. Мой руки. Что за люди? Вот если бы ты ко мне приехала, я бы... А вы что, не здесь живете? К сожалению, здесь. Я сдаю свою квартиру, чтобы твой папа мог выплатить кредит за автомобиль. И выполнял бы прихоти твоих сестренок. Сестренок? Да. Да. А что касается лаборатории, так это то место, где хочется погрузиться в изыскание. Хочется, чтобы не было лишних, посторонних, случайных людей. Хочется, чтобы... А вот и мы. Это наша Лидочка. Моя внучка. Как, еще одна? Очень приятно. Здрасте. Лида, познакомься. Это вот... Это Татьяна Авенировна. Угу. Как? Авенировна. Имя моего отца происходит от древнего имени Анвер, что означает «отец света». Здрасте. Здрасте, дядя Анвер. Кто? Я не папа. Танечка моя супруга. А меня зовут Павел Антонович. Я научный руководитель вашего батюшки. Какого батюшки? Это я, батюшка. Лида, совсем запутали девочку. Садитесь, садитесь. Прошу. Прошу вас. Пожалуйста. Да. Угу. Садитесь. Эмочка, садитесь. Давай сюда. А вы, значит, еще в переписи работаете?
Я раньше на кирпичном заводе работала, а сейчас уволилась. О, это интереснейшая сфера. Я, между прочим, когда-то тоже занимался кирпичами. Вы обжигальщиком были? Нет, я занимался процессом спекания. То есть обеспечивал методом тех самых обжигальщиков. А я их обеспечивала едой. В столовке. Ну, как говорится, все профессии нужны. Это правда. Я в свое время подрабатывала посудомойкой. Вот. Я тоже. В свое время? Ну, пора и нам честь знать. Мясо было просто восхитительно. Спасибо, Эммочка, спасибо. Спасибо за теплый прием. Благодарю еще раз. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Ошибка молодости. Угу. Она же погодок нашим девочкам. Интересно, где произошла эта ошибка? В Колпаково. Где? На картошке, Эмма. Мы с тобой прожили с тех пор почти 20 лет. Ну какая теперь разница? Неужели мы с тобой... Очень большая! Ты мне изменил. Я же извинился. У нас тогда с тобой был очень сложный период. Считай, что он снова начался. Нет. Теперь эта Лидочка будет претендовать на квартиру бабушки. Ну, откуда ты взяла? Не морочь себе голову. Что значит не морочь? Мне нужны гарантии, что у нее нет никакого злого умысла. Ну, какой злой умысел, Эмма? Девочка просто приехала повидаться. А я не знаю, какой. Но визит Цуриковых она нам уже провалила. Напрочь. И я не удивлюсь, если за Влабом вместо тебя будет Пивоваров. Ну, с какой стати? Только не надо включать идиота! Идиот! Какие глупости! Молодец, что ты приехала. Это же отец твой, родной. Если бы я знала телефон, я бы позвонила. Ну вот именно. Он же не сказал тебе о своей семье. Ну, за что ты себя ругаешь? За что ругаю? А то ты не знаешь. Во-первых, ты мне изменил. А это все. Понимаешь? Можно я лучше пока погуляю? Сними ей гостиницу. Хотя нет, ты там будешь торчать, а это только лишние траты. Значит так. Пусть переночует и всего хорошего. Делай, что хочешь, но чтобы ноги ее в доме завтра утром не было. Сиди, сиди. Не замерзла? Mm-mm.
пап, да ты не волнуйся. Я же повидаться просто. Я все понимаю. Что там у тебя стряслось? Что-то с мамой? С мамой все хорошо. У мамы ребенок скоро будет. Просто... Просто приехала. Угу. Ты извини, что так получилось. Эмма женщина с характером. Да все нормально, пап. Главное, мы увиделись. Рада, что у тебя семья. Как у тебя с учебой? Никак. Я к чему? Ты же в Москву приехала. Здесь столько возможностей. Может быть, тебе попробовать поступить? Так я тоже хочу. Но только не очень готова, инглиш хромает. Может, лучше в другой раз попробовать? Другого раза может и не быть. Есть у меня одна идея. Спасибо. До сюда. Дело в том, что лаборатория в наши дни – это возможность решать большие научные задачи. Поздравляю. Лаборатория – это… Да, спасибо, старик. Лаборатория – это очень важно. Действительно. Иди, говорите. За копейки приходится работать. А как вы думаете? Ну, такая жизнь. Павел Антонович, видишь ли, Викентий, я... Вы ведь сейчас в институт управления? Да. Я насчет Лиды. Какой Лиды? Моей дочери. Вы вчера общались с ней. А, это обжигальщица? Да, забавная девушка, да. Я подумал, может быть, устроить ее в институт управления? Лиду? Да, вы говорили, что у вас на некоторых факультетах недобор. Действительно. Абитуриенты подают документы в невероятное количество вузов сразу. Здрасте. Подача заявлений уже становится спортом. Вот видите? Да. Ну, ладно. Хорошо. Пусть приносит результаты ЕГЭ. Ага. Спасибо. Пожалуйста. А кому ты корову продала? Соседке, бабе Мане. А у нас в Астрахани во время войны была коза. И меня привязывали к этой поблизости от козы, чтобы я не потерялась. А скажи, милая, кем ты мечтаешь стать? Я? Да. Стюардессой. О. Ну. Но. Никаких «но». Алло. А, да, да. Лидочка. Тебя. Меня? Угу. Алло. Лида, это папа. А. Я тут переговорил с другом из института. Тебе надо подъехать туда с документами. Что за тайны? Лида, поступай. Во-первых, никаких тайн. А во-вторых, Лида никуда не поехала. Пап, ну это институт управления, а я... Ну, я не хочу управлять. Слава богу, девочка хорошо живет в деревне и никуда не собирается. Лида собирается стать стюардессой. Кем? Почему ты мне не сказала? Да я же говорила. Когда? Тогда. Ну, помнишь? Вот. Школа бортпроводников. Как раз идет набор. Требования. А вот! Стрессоустойчивость, доброжелательность, общительность, короче, это у меня есть. Так, рост. Рост у девушек 160-175 сантиметров. Пап, рулетку. Ага. 160-175 сантиметров. Так. Так.
Пап, это не надо. Вон. Вот. Только там инглиш нужен разговорный. Меня точно не возьмут. Лида, что за пессимизм? Ну, у меня с инглишем не очень. Нет, я, конечно, зазубрила несколько специальных фраз. Пап, послушай. Ladies and gentlemen, airplane landed at Heathrow Airport. Это все? Нет, я еще про высоту полета, но у меня просто с числительными проблемы. Нет, ну а с кем я там со стрекозой должна была зубрить? Нужно срочное погружение. Вот. 172. Точняк. Ой, ну только нужно вес немножко сбросить. И инглиш потянуть, да, и пап? Собеседование пройти, и никакого блата. Ничего, прорвемся. Коля, одолжи нам спортивный костюм. Идем. Мы, кажется, договорились, что она уедет. Пойми, у нее есть мечта. Я должен ей помочь. Меня это не касается, и я ничего не хочу понимать. Очень жаль. Это что-то новое в наших отношениях. Значит, попросим жильцов из моей квартиры. И пусть поживет там. А кредит? Вообще кредит не мой. Это ваша добровольная помощь сыну и внучкам, насколько я понимаю. А чем Лидочка хуже? Она тоже моя внучка, между прочим. А вы уверены? Может быть, ее мамаша просто обдурила Кишу? Там же на картошке много было ребят? Эмма, что ты несешь? Эмма, не суди по себе. My name is Lydia. I'm from Galpakova. Нельзя! Нельзя, нельзя, нельзя! Нельзя, стой! Иди, как там тебя? А ну, стой! Плохой, плохой! Мужчина, заберите вашу собаку! Черт, поводок потерял. А ну, отстань! Отдайте, пожалуйста. Но это не твоя собака, я ее знаю. Ну и что, меня женщина попросила погулять. Отстань! Отстань, да отстань! Какая женщина? Марина Санна, хозяйка. Стой! Это не собака. Да отвали! Не Марин Санна, она... Украл? Ну что вы, зачем мне собака нужна? Стой! I am fine, my name is Lida. Очень приятно, Сергей. А ну сюда. Такая собака $700 стоит. Чего стоишь? Беги за милицией. Украл ведь. Так может он это, не вор, бабушка? Нинку я знаю. Она 10 лет с этой собакой. А он как звать собаку-то не знает. Ага. Беги. Упустим. Ты же спортсменка, а не я. Давай, ага. Беги. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Мужчина, как собаку зовут? А вам какое дело? А хозяйка пойдем. Где? Пойдем, пойдем. Держи, вора! Стоять. Ты что, дура, что ли? Сам дурак. Я говорю, как собаку зовут? Да не помню, я квартиру снимаю. Она вечером заберет ее. Кто она? Да какая разница? Вас это не касается. Меня не касается? Черт. А ну стоять! Чокнутый, что ли? Мужчина, помогите! Да отстань от меня! Да слезь с меня, ты че? С девушкой связался, негодяй. А который час? 8:30. Да отстаньте от меня! Да я собаку выгуливаю. Хозяйка вечером заберет. Я квартиру здесь снимаю. Киша, ну какая из нее стюардесса? Даже смешно. Ну пусть, по крайней мере, попробует. И надолго это попробует? Завтра собеседование. И если ты так уверена, что ее не возьмут, она сразу уедет. А если, не дай бог, возьмут? А кто будет платить за ее обучение? Оля откроет. Привет. 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 Я тебе вопрос задала. Деньги от квартиры мамы мы можем? Даже не думай. Значит так. Как?
Я приняла решение, пусть пробует, а потом немедленно уезжает. И чтобы никаких разговоров о квартире твоей матери я не слышала. Кстати, жильцы заплатили? Да, за лето вперед. Кредит из этих денег я тоже внес. Не нервничай. Лиде надо дать шанс. Ну что за дела? Я дала ей костюм, она сразу же его порвала. Ну что ты мне жалуешься? Ну а кто мне новый костюм купит? Да я зашью. У нас зашитым не ходят. Хорошо, отдай Лиде костюм, а я тебе куплю новый. Спасибо, папочка. Кеша, таких не берут в стюардессы, понимаешь? В космонавты берут, а в стюардессы нет. Ну что? Ну что ты на меня так смотришь? Она деревня. Ломоносов тоже из деревни пришел? Сравнил. Без инглиша вообще не катит. На международный клево поступить. Главное, внешность. Так, Ива Ивановская, есть такая? Есть. Есть. Пройдемте. Good day. Good afternoon. So you prefer speak English? Yes. What? No. Ответ правильный. По крайней мере, откровенно. Ну, похоже, что языка мы не знаем. Я выучу. Честно-честно, я каждый день в наушниках бегаю. Сейчас многие с наушниками бегают. А нет, там у меня урок. Do you want listen lesson? Желание явно есть. Там за дверью всех желаний. Where are you from? I'm from Колпакова. Where is Колпакова? Колпакова is not far from Силикатна. Приняли. Молодец. Ой. Это надо отметить. Меня вообще взяли с условием, что я за месяц английский подтяну. Ничего. Бабушка тебе не даст расслабиться. Бабушка хорошая. Да. Бабушка, ты у нас молодец. Пап, ты чего? Нет, ничего. Просто мне надо будет с женой поговорить. Курсы-то ведь 3 месяца длятся, да? Угу. Да. И общежития нет. Пап, может, ты поговоришь с женой, а? Я ведь по дому могу помогать. У вас такой бардак на балконе, картошка проросла, цветы загибаются. Пап, ну я на все согласна. Дорогая. Ну, присядь. Не хочу. Присядь и послушай, что я тебе хочу сказать. Угу. Спокойно, просто спокойно давай поговорим. Да, ты не видишь, что наше счастье под угрозой? Она мне никто, ну пойми, меня ни один человек не осудит. Ну зачем она мне здесь? Лида сразу после курсов приступит к работе. И сможет снять комнату. Кроме этого, она готова всячески помогать нам по хозяйству. Эмочка, у вас сложности с пребыванием Лиды? Так я могу вернуться к себе и взять ее. Опять? Ну я же просила.
о чем вообще разговор? М? За вашу квартиру уже заплатили. Кому? Мам! Всем, кто находится в этой квартире. Это замечательно. Значит, и Лидочке. Я знала, что этим все закончится. Нам самим денег не хватает. А она – это только дополнительные расходы. Успокойся, дорогая. Не нужно так драматизировать. Ты же сама говорила, что тебе никто не помогает. А Лида рвется помочь. Что касается денег. Да. Я уверен. Плату за мамину квартиру можно повысить. Пока эти деньги закроют дополнительные расходы по Лиде. А уже через 3 месяца они станут бонусом, который позволит нам быстрее расплатиться с кредитом за машину. То, о чем ты мечтала. Квартплату поднимаем на 15% и посмотрим, какая из нее помощница. Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Ну что же. Можно? Можно. Но самолет уже в воздухе. Извините. А что вы скажете пассажирам? Мисс Лидия Фром Колпакова, если не ошибаюсь? Садитесь. Теперь вы поняли, что такое время? Время. Вот почему наши пассажиры пользуются авиатранспортом. Потому что для них дорога каждая минута. И вы не вправе подводить их и свой экипаж. Экипаж и вы – одна семья. Это деревенская вообще улет. Хоть будет над кем поражать. Ну что, девчонки, первый день? Такое дело отметить надо. Давайте скинемся. Здесь кафе рядом есть классное. Все пойдут? Пойдешь, мисс Лидия? Да не дрейф, мы угощаем. Да я бы с удовольствием пошла. Ну, мне в магазин за продуктами. Ладно, как хочешь. Пойдем, девчонки. Что же расскажет художник своей? Здрасте. Здравствуйте. Что нарисует поэт на стихах своих? Яркое белое облако в небе синем пронесется стрелой, белый голубь на нем только для твоих. Самолет летает потому, что у него есть крылья. Да. И для того, чтобы... Для того, чтобы самолет взлетел, ему достаточно разогнаться на взлетной полосе 300 километров в час. Каждый о чем-то мечтает, во сне летая. В каждом открытом окне виден свет любви. Знаем мы, это знаем. Но судьба такая, забывая о счастье, летит.
летим и не видим, что там впереди. Забывая о счастье, летим и не видим, что там. Спасибо. Не за что. А почему вы сразу не сказали, что вы дворником работаете? Да я не дворник. Мне просто работу назначили общественно полезную. Из-за меня? Ну, будем считать, что из-за того мужика. Он меня скрутить хотел, а я его в мусорный контейнер. И закрыл крышкой. Это мелкое хулиганство. Ну, мне пора. А вам долго еще мести? Ну, еще 2 часа. Завтра. А вообще у меня отпуск перед новой работой. А какой работы? Секрет. Сглазить боюсь. Вы здесь живете? Нет. Ну, да, временно. Ой, мне на кухню пора. На кухню? Ну, то есть домой. А. Спасибо. А как вас зовут? Далитка она из 6-й. А тебя-то как звать? Сергей. А что, хорошая пара. Дворник и домработница. Ох, и чистота-то у них будет. Да нет, ты измучилась. Я сама полью. Кстати, ты должна заняться своей походкой. Я вот посмотрела в окно. Ты из магазина буквально тащилась. А ты должна порхать. Ира. Имей уважение. Мы на танцы опаздываем. Или мне тоже взлететь? Ира, как ты разговариваешь? Если отец в командировке, это не значит, что правило хорошего тона отменяется. Кстати, вы мыли тоже полы по очереди когда-то. И вам следовало бы поблагодарить Лиду. Огромное спасибо, Лидочка. Данки, Шон. Неблагодарные. Почему неблагодарные, Сонечка? Мы вообще-то и спасибо сказали. Можно по-разному сказать. Да ладно, ну, делов-то. Я же уже все. Нет, не все. Пойдем со мной. Ведро вылейте сами. И вымойте. Сейчас же. Блин, отцу сейчас мозги канифолить начнет. А он мне спортивный костюм обещал. Костюм-то ладно, Сонечка вон как к ней прониклась. Может, и квартиру отписать. Да бог с ними, я доделаю. Не надо. Сказал слово, держи. Это я себе проглядела, внучек. Видишь, как разговаривает со мной. Они только со мной из-за моей квартиры, а так терпеть меня не могут. Все в мать, одна ты в отца. Да не знаю, я тоже не подарок. Ну, не подарок, не подарку, рознь. А мне кажется, они вас любят. Ну, правда? Да, по-своему. Бабушка, мы все сделали. Ой. Ну, проходите ко мне, негодницы. Я же вас люблю. И не обижайтесь на меня. Бабушка, тебе нужно что-нибудь в аптеке? Нет, не надо, спасибо. А вот если хотите сделать мне что-то приятное? Хотим, хотим. Тогда возьмите с собой в школу танцев Лиду. Девчонки, спасибо, но... Да мне еще английский учить. Хорош, Лид.
Угу. Ну разве мы не семья? Ой, молодец, умница, Олечка. Реально. Там есть группа для начинающих. Первое занятие бесплатно. Я тебе леггинсы и туфли дам. Правда, они не новые. Ну, а это лучше для танцев. Умница. О, Лир, я это что хотела спросить? А эти танцы, они вам для чего? Вот странная ты. Да так ли, для общего развития. А я просто думала, ну, для профессии будущей. Для какой профессии? Мы на юридическом учимся. Угу. Здорово, адвокатами будете. Надеюсь, что не придется. А зачем учитесь? Чтобы мама с папой довольны были. У нас по жизни другие цели. Главное, замуж хорошо выйти, чтобы квартира у него была, чтобы работа, ну, и бизнес свой, поняла? И все? Нет, блин, еще на самолетике полетать хотим. Спим и видим. Блин, давайте скорее, мы опаздываем уже. Девчонки, подождите меня. Здравствуйте. Добрый день. Распределяемся по залу. Меня зовут Николай, и мы начинаем мастер-класс по современному танцу. В него входит джаз, модерн, контемпорари, импровизация и партнеринг. Вы научитесь танцевать как в парах, так и индивидуально. Окей, знакомство по ходу, а сейчас разминка. Поехали, смотрим за мной и повторяем. 5, 6, 7, 8. Roll down. И рука. И еще раз. Нога. Раз. Стрель. Выпрямляем позвоночник. И еще раз. Раз. Как корона на льду. Блин, повезло им. От Коли балдеет. Ну, не знаю, мне наша Ромочка больше нравится. Девочки, мы начинаем. Все, все, Ром, мы идем. Раз наверх. Поворот. Каблук сломала, вот дура. Раз, голова. Извините. Раз, разворот. Ничего дать нельзя. Пусть дома полы моет. Ну, ей все равно нечем за занятия платить. Ну, зато перед бабками чисты. Ладно, идем. Теперь сами без меня. Отлично. Ой, вот блин, а. Девушка, что случилось? Нет-нет, все окей. Отлично! А теперь разбились по парам, я покажу основное базовое движение. Девушка, можно вас? Смотрим внимательно. Отклоняйтесь назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поддержка и поворот. Thank you.
Явилась? Я думала, вы уже спите. Ну, как прошло? Все хорошо? Не тяни. Да никак. Каблук сразу сломала. Ой, это замечательно. Ну, а что дальше было? Ну, рассказывай. Ну? Погоди. Может, чайку попьем, а? Давайте. Ну, что он? Он? Ничего, спросил, что случилось. А что ты? Ничего. Вышла из зала. Ну, хорошо. Упустила такой случай. Так мне неловко было. Глупости. Неловко, когда он мавзолей по малой нужде приспичит. А тут? Эх, если б я была на твоем месте. Трам-пам-пам. Та-та-та-та-па-па. Тара-па-па-па-па-па-па-па-па. Ой! 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 Что случилось? Ой! Ой. Сонечка, вы ногу подвернули? Да не, ой, не знаю, болю. А где болит? Здесь болит? Ой, не надо. Ой. Вот здесь? Да. Ой, какая жуть какая-то. Ой, я не знаю. Я не знаю, как я сумею добраться до своей кровати. Ой. Вы что, меня обманули? Да нет, я не обманула. Это маленькая женская хитрость. А женская хитрость – это наше ядерное оружие. Сделали бы тебе массажик ног, дали бы туфельки разные, и гуляла бы ты со своим молодым человеком за ручку. Да. Тобой надо заняться. А ведь этот Николай тебе нравится? Ну, он симпатичный. Да что толку? Кто он и кто я? Ха, это неправильная постановка вопроса. Он должен думать, кто она и кто я. Да и как-то не до этого сейчас. Нужно школу стюардесс закончить, на работу устроиться. Одно занятие на танцах, знаете, сколько? Полтысячи. А ты знаешь... К деньгам надо относиться легко. Если они есть, сумей потратить. Если их нет, не грусти. А я тебе дам немного, у меня тут осталось. Сонечка. Да, да, да. Вот так. Месяц походишь на танцы. Чем больше у тебя будет своих дел, тем меньше у тебя останется времени на чужие. Мы сделаем из тебя такую даму, что, Николай, у твоих ног валяться будет. Спасибо. Только ты меня слушайся. Угу. Завтра выходной. Эмма пойдет с девочками по магазинам, а мы займемся своими делами.